конечно, все мы знаем, что предсказать будущее крайне сложно и дело очень неблагодарное, но существует методика, которая позволяет быть готовым к будущему. И это уже большой шаг вперед на пути к тому, чтобы иметь возможность хорошо адаптироваться к каким-то новым изменениям, появлению новых событий, чтобы быть лучше готовым и, соответственно, принять более оптимальные решения. И на сегодняшний день можно выделить два типа методики касательно, скажем так, взгляда в будущее. Да? Это первое, которое использовалось на протяжении многих лет практически во всех странах мира, так называемое стратегическое прогнозирование. Используется оно государством, а также частным сектором, где основным подходом является анализ событий прошлого, анализ трендов прошлого и, соответственно, построение потенциальных тенденций в будущем на основе анализа прошлого. То есть, если мы, допустим, говорим о том, что как развивалась мировая торговля, мы смотрим на то, допустим, как она развивалась в течение последних 20 лет, и думаем, что через 10 лет в будущем она будет развиваться или достигнет такой-то точки, исходя из нашего анализа последних 20 лет. Однако, конечно, в этой ситуации есть большой минус у данного вида прогнозирования, потому что оно не учитывает неожиданные факторы, которые могут вмешаться в сам процесс и, соответственно, кардинальным образом его изменить. То есть стратегическое прогнозирование, оно помогает выявить какие-то тенденции, помогает знать, как ситуация развивалась в прошлом и как примерно она может выглядеть. Но стратегическое прогнозирование не дает возможности ожидать какие-то перемены, кардинальные перемены, будь то политика или экономика и так далее. И, скажем так, чтобы, наверное, компенсировать этот изъян, многие компании, в частности, первой такой компанией была нефтяная компания Shell, голландско-британская, в 70-е годы, которая начала разрабатывать новую методику так называемых сценариев. То есть это построение сценариев, когда сотрудники компании Shell начали думать о том, какие факторы могут повлиять на развитие нефтяного рынка и также на деятельность самой компании. И здесь как раз-таки они исходили не из того, что как ситуация развивалась в прошлом, да, а в большей степени смотрели на такие только начинающиеся события, которые могли привести к каким-либо, да, кардинальным изменениям в будущем. И отличие заключается в том, что за счет мозгового штурма, за счет такого систематичного подхода и выбора факторов, которые могут играть большую роль в будущем, эта методика отличается от стратегического прогнозирования. То есть, скажем так, эта модель включает в себя такие неожиданные элементы, как, например, избрание президентом Дональда Трампа в США. Да? То есть, согласно, скажем так, стратегическому прогнозированию, победа Трампа на выборах была чем-то нереальным, потому что, ну, если взять историю президентских сроков в США и кандидатов в президенты, то это всегда были представители американской элиты. В то время как Трамп является представителем бизнеса. И то есть, если бы мы использовали стратегическое прогнозирование, мы бы никогда это не предсказали. Соответственно, методика построения сценариев позволяет включить сюда и политические, и социальные, и культурные факторы, да, которые могут привести к кардинальным изменениям с большими последствиями. Это очень хороший вопрос. Действительно, европейские компании, я уже сказал о том, что это была нефтяная компания Shell, были одними из первых, кто начал применять эту методику. После Shell это были другие нефтяные компании, также это представители других секторов экономики, например, немецкая компания DHL, да, то есть это почтовые экспресс-пересылки, также это General Electric, ну и многие другие крупные компании. С 70-х годов начали использовать эту методологию. Плюс, конечно же, все больше и больше степени, особенно сегодня, эта методика используется часто и правительствами разных стран, в различных министерствах. Это тоже является таким важным шагом своего рода моделирования, да, будущего, представления его. При этом важно сделать оговорку, что эта методология не позволяет предсказать будущее ни в коем случае. Главный ее плюс заключается в том, что она позволяет быть готовым тем, кто принимает важные решения, быть готовым к новым сценариям
реальности. Да? И здесь хочется привести известный пример неудачных попыток развивать свой бизнес, и в частности неготовность некоторых компаний к появлению новых игроков или продуктов на рынках. Один из таких крупных примеров – это компания Kodak, которая была одной из самых успешных, и ее модель развития тоже была очень успешной. То есть это был лидер в производстве фотоаппаратов, а также фотопленок. Да? Все мы знаем, и тоже, может быть, вы застали, да, в пользовании. И, соответственно, компания была настолько успешна, что она не пользовалась возможностью смотреть в будущее, да, то есть смотреть и примерно как-то готовиться, адаптироваться к новым реалиям, в частности, появлению цифровых фотоаппаратов. То есть компании считали, что это невозможно, и вряд ли рынок будет отдавать предпочтение цифровой видеопленке, да, и также фотопленке. Но, как оказалось, действительно, рынок и потребители, да, клиенты очень сильно полюбили цифровые видеокамеры, соответственно, компания была не готова предвидеть такое кардинальное изменение на рынке, что привело к тому, что компания через несколько лет после того, как появились цифровые фотоаппараты, компания обанкротилась. Да? Другой пример тоже Nokia, которая не была готова к переменам на рынке, в частности, к появлению смартфонов Apple и Samsung. То есть она очень сильно сфокусировалась на одной единственной модели производства своих мобильных телефонов. Соответственно, не пользовалась вот этой методикой, да, предсказания будущего, то есть моделирования, построения сценариев. И, как правило, сегодня, то есть компания еще существует, но она потеряла огромную часть и долю на рынке. Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего следует сказать, что данный метод, то есть именно построение сценариев, является крайне сложным. Он является также затратным в плане ресурсов, в плане людских ресурсов, тоже экономических, потому что необходимо создать условия для разработки этих сценариев. И я, допустим, по своему опыту могу сказать, я сам работал в мясной компании Shell, я знаю, что для построения серьезных сценариев необходимо большое количество времени. То есть это порой занимает полгода, год и так далее. Да? Соответственно, уже можно говорить о том, что не все страны имеют возможность и ресурсы для того, чтобы создать условия для построения сценария. Да. То есть здесь можно четко разделить на страны развивающиеся и развитые. И в большинстве случаев в развитых странах, в частности, допустим, в Европе, возможности для построения таких сценариев больше. И они, конечно, в большей степени этим пользуются. И особенно, если мы смотрим с точки зрения международных отношений, маленьким государствам крайне важно иметь возможность представлять будущее, попытаться выдвинуть несколько сценариев этого будущего, чтобы быть готовым, допустим, к действиям своего соседа. Да? Применим эту же модель на Центральную Азию. Здесь мы видим, что, прежде всего, Центральная Азия сталкивается с большим влиянием Китая, в определенной степени сталкивается с влиянием России. И, конечно же, в большей степени, к сожалению, практически во всех странах Центральной Азии до последних лет внешняя политика выстраивалась на том принципе, что она в большей степени реагировала на происходящее. То есть не было возможности предугадывать или примерно представлять действия крупных соседей. И это, конечно же, говорит о том, что центральноазиатские страны всегда были на шаг позади тех, кто эти решения принимает. Да? Если мы говорим о больших игроках, таких как Китай. В свою очередь, если маленькие государства имеют возможность, да, к тому, чтобы предугадывать действия крупных стран, они, конечно же, будут получать больше стратегической выгоды для себя в плане там, политических отношений, в плане экономических отношений. Вот. Поэтому, конечно же, следует думать о том, как правильно моделировать и выстраивать свои отношения и примерно думать, как отношения эти могут развиваться. Насколько я знаю, ситуация обстоит, особенно в последние несколько лет, я знаю, что появляются некоторые институты, и в частности появились в Казахстане два института, которые занимаются проблематикой изучения Китая. Один находится в Алмате на базе университета КИМЭП, и второй находится в Нур-Султане.
И суть заключается в том, что эти два центра, они полностью сфокусированы на изучении Китая. Это уже большой шаг вперед, потому что я знаю, до этого, до появления этих институтов, ни в одной стране Центральной Азии не было специального, специализированного института, университета или научного центра, который бы занимался, допустим, проблематикой изучения крупных игроков. Да? Вот, то есть это уже не такой интересный шаг вперед. Плюс я также видел несколько публикаций казахстанскими научными центрами, которые примерно прогнозируют развитие Казахстана там, через 20-30 лет. Это уже такой позитивный сдвиг в оценке событий будущего. Вот. Но я считаю, что, конечно, другим странам тоже нужно развивать свою методику в данном направлении. Тем более, что, как я уже сказал, с точки зрения стратегического развития, это может принести большие плюсы. То есть их сложно увидеть сегодня, но если ты правильно выстраиваешь свою политику на основе сценариев будущего, то, соответственно, ты через 2, 3, 4, 5 лет больше готов к каким-то новым изменениям. Интересный вопрос. Кто является непосредственно, да, распространителем этой методики? Ну, прежде всего, конечно, это непосредственно сами частные компании, как правило, крупные. То есть мелкому, среднему бизнесу сложно иметь ресурсы для проведения такой работы. То есть это крупные компании, плюс это также университеты. То есть я могу привести пример университета Стэнфорда, где у них есть тоже специальное изучение этой методики. И потом уже я знаю, что многие пользовались, да, услугами этого центра. И причем клиенты были совершенно разными. Вот. Плюс это также независимые консультанты. Но для наибольшей эффективности построение сценариев должно проводиться командой. То есть один человек может, конечно, рассказать эту методологию, как она работает, но в реале, чтобы, скажем так, выявить наиболее оптимальные факторы и самые такие правдоподобные, да, необходима большая команда, ну, порядка 10-12 человек. Причем очень важно, чтобы они все представляли разный опыт. То есть люди были с разными направлениями в деятельности. Возможно, тоже разные дисциплины. То есть я тоже знаю по опыту, да, что очень часто проводится, когда идет построение сценариев, то приглашаются люди тоже, представляющие разные страны. То есть именно диверсификация и разный подход очень важен в построении сценариев, потому что если вы соберете в одной комнате экономистов или социологов, то вы получите очень такую картинку, которая будет крайне сжатая, узкая, да, и однобокая, да, то есть она будет не совсем верной. Поэтому, в частности, вот, опять же, я сам работал, да, в компании Shell, я знаю, что приглашают как можно больше разных людей для того, чтобы методику осуществить на практике. Да? При этом, конечно же, надо сказать, что 10-12 человек – это оптимально. То есть больше 12 человек – это уже тоже создает, скажем так, ну, проблемы, потому что слишком много появляется голосов. Да? Вот. Но именно выбор кандидатов тоже должен проходить очень так осознанно, чтобы не упустить какой-то важный фактор. Да? Ну и плюс тоже, когда я работал в Shell, я помню, что чтобы работать в этом отделе по построению сценариев, эти люди должны быть с наибольшим опытом работы в компании. Это, как правило, люди, которые посвятили себя компании больше 20-30 лет. Это тоже люди, которые имеют представление о различных сферах. То есть они руководили, возможно, компанией, либо же были ее аналитиками долгое время и занимались различными проблемами. Да? Вообще методология сценариев состоит из трех главных компонентов. Первая компонентка заключается в факторах, в которых вы более-менее уверены. То есть это, скажем так, предположение о развитии будущего. То есть вещи, примерно мы понимаем, которые могут иметь место в будущем, да, и с большой долей вероятности. То есть пример. Ну, все мы знаем, что на сегодняшний день существует большая проблема изменения климата. Угу. И если мы думаем в рамках 10-20 лет, то, скорее всего,
мировая политика в области изменения климата будет ужесточаться. То есть это значит, что странам придется сталкиваться с таким очень строгим режимом по, допустим, ограничению выбросов углекислого газа, да? Возможно, появится глобальный налог на выброс углекислого газа. То есть также вопросы касательно использования пластика и прочего. Да? То есть это пример фактора, допустим, изменения климата, ужесточения политики, в котором мы более-менее уверены. То есть сложно представить, что через 5 лет эта политика станет мягче, вряд ли, да? Вот, и так далее. То есть набирается, там, в зависимости, опять же, от темы, набирается экспертами, которые в рабочей группе по сценариям сидит, они набирают порядка там, 7, 10, 20 факторов. Ну, все, опять же, зависит от темы. Следующий шаг – это поиск факторов, связанных с неопределенностью. И это, конечно, самый такой сложный момент в разработке сценариев, когда ты закладываешь примерный сценарий в отношении различных факторов. Да? Опять же, если мы вернемся к тематике изменения климата, в одном сценарии можно заложить фактор неопределенности касательно, допустим, роста мировой температуры. То есть можно сказать, что первый сценарий будет более радикальный, и он будет подразумевать повышение мировой температуры на 3 градуса, да? Что приведет к колоссальным последствиям для человечества. А во второй сценарий будет более умеренный, куда закладывается рост температуры через 20 лет, например, на 1,5 градуса Цельсия. Вот. Соответственно, закладываются подобного рода факторы неопределенности. Да? То есть каждый сценарий примерно принимает на себя просто другую шкалу вероятности и шкалу именно с точки зрения развития данного фактора. И уже идет, скажем так, сочетание факторов определенности, да, то есть первые факторы, связанные с предположениями, в которых мы уверены, mm-hmm. они идут, получается, в совокупности и соединяются с факторами неопределенности mm-hmm. и вместе дают такую причинно-следственную связь, когда вы смотрите, как первые факторы влияют на вторые mm-hmm. и как вторые влияют на первые, то есть mm-hmm. их сложная взаимосвязь. Да? Здесь вы смотрите, допустим, опять же, в зависимости от темы, что одни факторы более важны, да, другие факторы менее важны. И потом вы можете выявить то, что оказывается фактор 1 и фактор 3, они наиболее взаимосвязаны. И опять же, в чем отличие от простого прогнозирования? В простом прогнозировании, будь то правительство или компания, они принимают только несколько факторов, скорее всего, которых они либо знают много, либо они просто думают, что это будет важно. Но за счет того, что ты имеешь большую команду в построении сценариев, и ты слышишь совершенно различные подходы и факторы, то есть это сначала, может быть, ты сталкиваешься с каким-то сопротивлением, да, то есть ты не принимаешь то, что эти факторы могут быть важны, но вот именно когда ты выстраиваешь такую сложную мозаику из различных факторов, ты видишь, что действительно они могут быть взаимосвязаны и иметь большую роль. Да. И последний момент, третий момент, тоже, кстати, немаловажный, это так называемые факторы черного лебедя, да, то есть совершенно непредсказуемые, неожиданные события, которые могут произойти в будущем. Опять же, пример это может быть землетрясение, вулкан, наводнение, да, потому что если это происходит, то оно, как правило, может разрушить один из этих сценариев, да, что тоже немаловажно и, в принципе, часто происходит. Можно вспомнить вулкан, например, в Исландии, который был 4-5 лет назад, да, когда, скажем так, авиакомпании были главным таким игроком, который понес большие убытки, связанные mm-hmm. с тем, что многие рейсы были отменены там, на протяжении 3-4 недель. То есть, скажем так, если компания, авиакомпания mm-hmm. не закладывала, думая о будущем, возможность того, что, скажем так, может, наверное, случиться это событие, да, например, разразиться вулкан в Исландии, то, скорее всего, они не были готовы к тому, что так все сегодняшнего дня полеты отменяются. Да? Uh-huh. То есть, если, допустим, в компаниях это осознавали, то, скорее всего, у них уже был план Б к тому, как к этой ситуации подготовиться, минимизировать расходы и, то есть, выйти, скажем так, из ситуации с наименьшими рисками. Что касается практических рекомендаций, это, конечно, все приходит с опытом, я должен сказать, да, но
есть такие решения, которые, мне кажется, достижимы уже сегодня для стран Центральной Азии. А прежде всего, мне кажется, крайне полезным было бы встречаться представителям 5 государств, если мы говорим, допустим, о государственном секторе, чтобы встречались аналитики этих государств, которые работают в министерствах, при правительстве, либо же сами непосредственно госслужащие, которые отвечают за принятие важных решений, чтобы они встречались на какой-то региональной платформе, создали какую-то площадку. При этом она не должна быть открытой, то есть не обязательно делать ее доступной к обществу, где они бы начинали с того, чтобы запускали, ну, так называемый мозговой штурм, обменивались идеями, думая о будущем, да, примерно как-то выстраивали методику того, как к этому будущему адаптироваться, да, быть готовым к переменам. Вот. Здесь, конечно, тоже можно и найти модераторов, это не так сложно, да. Опять же, в Европе очень много людей, которые занимаются этой методикой. Соответственно, это уже будет большим плюсом. И вообще мы знаем, что, конечно, уровень интеграции в регионе не такой высокой, и уровень тоже сотрудничества, совместных встреч тоже не такой интенсивный. Да? А так, получается, если будет четкая цель встречаться с тем, чтобы вместе подумать, как будет развиваться будущее, затем по возвращении уже можно будет информировать правительство своих стран о том, какие решения видятся наиболее оптимальными именно с точки зрения в перспективе региона. Да? То есть это первый подход. Второй подход – это то, что я знаю, есть различные программы в Казахстане, ну и плюс в других странах, когда целые делегации посылаются там, в европейские страны, в юго-восточные страны, в Сингапур для обмена опытом.